Добрый день, господа. Позиция «Волшебный календарь. Копилка» на 2014 год. Отличается он от обычного календаря тем, что здесь вы можете копить на то, что загадали себе, например, на месяц. Например, вы загадали, не знаю, стиральную машину купить в январе или в конце января. И каждый день вы можете вставлять сюда по одной купюре. Здесь есть специальные прорези, в которую вы можете вкладывать купюру. Прошел день или день начался, вы вставили сюда купюру. И так, таким образом вы закрываете весь месяц. И в конце месяца вы приобретаете то, на что копили весь этот период. И так на каждый месяц. Всем удачных продаж!